этот проект вобрал в себя самые лучшие меры поддержки, которые мы оказываем сегодня инвесторам. Во-первых, это земельный участок без торгов, около 1 гектара мы предоставили по распоряжению губернатора для реализации масштабного инвестиционного проекта. А второе – это меры финансовой поддержки. Был предоставлен инвестиционный займ инвестиционным агентством на 45 миллионов рублей, льготный займ. Проценты. Третье, был предоставлен микрозайм 5 миллионов рублей, и, соответственно, инвестор еще получил поддержку по линии лизинга, это чуть более 3 миллионов рублей, тоже по льготной ставке. Но остается только порадоваться тому, что такой проект был реализован при всех мерах поддержки, которые сегодня существуют, начиная от земельного участка, подведения коммуникаций. Району повезло. На самом деле, когда такие объекты открываются точечно, и вроде бы они рассчитаны на конкретную локацию этого района, Воиновки, мы видим, как и население разных совершенно интересов приходит сюда. Это и дети, и взрослые. То есть сделано все для того, чтобы по всем аспектам, которые возникают у человека в ежедневном потреблении услуг оздоровительных, здесь можно их получить. Мы на сегодня построили достаточно уникальный центр, который располагает в полном объеме всей санаторно-курортной базой и плюс ведет еще амбулаторно-поликлинический прием. Также у нас в центре, в профилактории, есть дневной стационар с комфортабельными палатами для дневного пребывания.